Где ты находишься? Блин, Квест, я так жесткого строли, чуваки, Квест. Не, ну я тебе, Фиксай, скажу так, куда отдаляешься, Фиксай? Да, я нашел, нет, я нашел его, нет, я нашел! Нет, нет, твари! Минус жизни Фиксая. Сегодня мы собрались сыграть в прятки вместе с Фиксаем и Пози. В общем-то, один из нас будет искать, а двое других будут притворяться им прятаться. Все, поехали. The Master Stone. А у меня хлеб на спине, как его убрать? А, хлеб из инвентаря убери, Пози, у тебя хлеб будет на спине. Я F5 нажал, там хлеб на спине был. Че? Хлеб на спине. А у меня нет хлеба. Я в первом слоте держал его, хлеб на спине был. Блин, почему я это не записывал? Это очень смешно. Хлеб на спине был, да. Ну что, дэм, разбегаемся! Я уже давно ушел. Так, чуваки, вы спрятались, да? Подожди, подожди, подожди. Дай мне буквально 10 секунд, дружище. А я уже спрятался. О, Фиксай, я рядом с тобой, кстати, стою. Надеюсь, у тебя ники выключены. Вот там вот. У тебя хлеб еще на спине, да? В центре. О, май да, у меня хлеб. Это просто идеальная нычка, чуваки. Все, я готов, в принципе. А, ты в какую-то панину, наверное, встал, да? Нет, не скажу тебе. Давай, 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 поехали. Хорошо. Пора, не пора, иду со двора. Так, давайте мне небольшие подсказки. Вот сейчас, Дэм, ты меня видишь, да? Я тебя прямо сейчас вижу. Я тут рядом с тобой, можно сказать, стою. Я вас не вижу. Вот вам небольшая подсказка. Я вас просто не вижу. Ладно, будет откровенно, Фикса, я очень далеко от тебя, но я тебя до сих пор вижу. Теперь вот не вижу, ты ушел. Теперь холодно. Давай так, смотри, ты находишься холодно, на ферме. Холодно, холодно. Нет! Что? Холодно, холодно, что? Хорошо. Черт! Что такое? Что случилось? Это что за... У меня на спине семечки! Что, о, это небольшая подсказка. Убери, убери их из инвентаря, убери их из инвентаря просто. А нет, у меня их нет в инвентаре, они мне просто прилепились к спине. О, ну все, Господи, габелла. Какая гигантская карта. Да, так, эти вроде бы прыгают. Долго. Так, это босс 100%, понятно. Так, ну хорошо, ты находишься не на ферме. Фиксай, я тебя вижу снова. Фиксай, Фиксай, ты меня только что видел, реально. Только что видел. Так, окей, 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 вы на крыше? Я, ну я не на крыше, я не на крыше, да. А, значит, ты на крыше, хорошо, значит, ты о, один из вот я вижу вот. Фиксая. Фиксай, Фиксай, слышишь, Фиксай, а что, на железной дороге ты нормально стоять? Да, а подожди, а ты сейчас смотришь в одну точку, да, вообще не двигаешься, правильно? Я, да я вот могу попрыгать, смотри. Попрыгать. Я бы сделал 3 прыжка, честно, честно. Опа, опа, я вижу, я знаю, где ты, вот это ты, это ты, это ты. Нет, это не ты. Блин, нет. Дэм, я тебя вижу, Дэм. Ты меня видишь? Ну так, да, посмотри по сторонам. Это вниз смотрит. Видишь меня? Не, не вижу, погоди, не вижу. А где я? На них сфокусируйся. А, ты видишь мой никнейм? А, я что, ник могу видеть, точно. Фиксай же наш ник не видит. Посмотри вниз. А, вниз. Опачки, вниз. Хорошо, спасибо за подсказку. Так, нужно здесь смотреть, кто как вообще ходит. А я вообще не вижу твой ник, странно, лол. Так, этот ходит по этому дереву. Опа, привет! Здорово! Жесть! А блин, у меня дурацкие семечки на спине, но это нечестно. Погоди, нечестно. А теперь Пози, получается, играет за Фиксая или что? Да, 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 да. А ну вроде Пози-то знает где, вы что, офигели? Фиксай, дай мне топор, пожалуйста, я знаю, где он. Давай, давай, я тебе сейчас выдам топор тогда. Дай мне топор, давай топорчик. Так, на, держи. Опа. Так, да, мастер, теперь мы тебя идем искать вдвоем. Дэм, дэм, дэм. Так, я вырубил ники, да, чтоб по-честному. Давай, правильно. Давай, 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 как вырубай. Как ты сюда забрался? Ах ты, блин, Маугли. Подожди, да, а, стой. Ага, это ты сейчас на дереве находишься, да? Да, да, я на дерево забираюсь. Я понял. Опа, он стоп, там, оттуда сейчас упал. Наверху. И он начал прыгать, подожди, вообще, боты так прыгают или нет? Стой, он очень... это он! Нет, это не он! У меня одна жизнь осталась! Я, кажется, знаю, где Дэм! Где? Вот он, вот он, вот он! Нет, 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 вы что делаете? Это не он, это не он! Сегодня тоже минус одна жизнь! Так, хорошо, Дэм, давай так, вот ты сейчас, наверное, куда-то перебежал в другое место. Я, чуваки, чуваки, я могу дать очень жесткую подсказку, я вообще оттуда свалил в другую точку карты! То есть ты на земле находишься, да? Ну, я сейчас... В поляне, скорее всего, давай. Только что был на земле, но я куда-то поднялся. Ага. А, он на крыше дома, скорее всего. Я вижу. Я то, что дома. Так вон он на крыше стоит. Где, 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 где? Спустился, ребят. Я только что спустился, подсказка. Спустился. Спустился. Если честно, я вас вообще не вижу. Я куда-то очень далеко ушел. Блин, я тут просто убиваю рандомно ботов. Я чувствую себя просто ужасно. А ты все жизни себе потратил, что ли? Пожди, ты что, все жизни потратил? В смысле все жизни потратил? У нас по 3 жизни, то есть нельзя всех убивать. Ага. Блин, а я просто бегаю и хрублю. Ладно, ладно, все, с этого. О, я вас только что увидел, ребят, я вас только что увидел.
О май гад! Где он? Так. Я скажу так, чуваки, я, знаете, что понял? Я от вас очень хорошо спрятался, а потом по кругу всю карту обошел, снова в этом месте оказался. О, вы убегаете от меня, это хорошо. А, мы убегаем, все, понял, тогда обратно беги. Давай играть. Как вас легко обмануть, я не понимаю вообще. А, стоп, так он все-таки в поле стоял. Ты думаешь? А, значит, наверняка он ушел куда-то вот сюда вот. Так, ребята, я сейчас так жестко спрятался. Это вообще капец, что за место нереально. Так, я могу пойти себе чая заварить. Слушай, он байтит, наверное, байтит, 100% байтит. Я пойду себе яичницу пожарю, позвоните на сути, как найдете меня. Я там вижу какого-то чувака, который просто вдалеке стоит. Оп, начал двигаться. Скажи, Дэм, ты сейчас видишь нас? Я сейчас вижу ваши ники, но конкретно вас не вижу. Дэм, а вот сейчас ты меня видишь конкретно? Так, фиксай очень горячо. Очень горячо, да? А ну, Дэм, попрыгай, Дэм. Прыгаю. Вообще прыгаю много. Ты меня не видишь, я тоже тебя не вижу. Да никто здесь не прыгает! Никто здесь не прыгает, да? Где ты находишься? Блин, Квест, я так жестко вас троллю, чуваки, Квест. Не, ну я тебя, фиксай, скажи так, ты отдаляешься, фиксай. Я нашел его! Нет, твари! Минус жизни, фиксай. Фиксай, холодно, теплее, у меня закончились жизни, горячо. Все, жарко, очень жарко, холодно, холоднее, это кто? Это позе, это с позе, очень тепло, очень горячо, прям со мной, прям, ой, близко, ой, прям, отдаляйтесь, Фиксай, хочешь, я покажу свой путь, который я прошел с этого дерева? Как ты это сделал, офигеть? Почему у меня семена на спине, чуваки? Так выбрось их просто. Так, нет, вот я их выкинул, они у меня покажи, а я не вижу, у тебя нет таких семян. Вот, Фиксай, смотри. У тебя нет. Вот они у меня на спине. А, да, реально есть. Погоди, нет, у него нет, у меня нет семян у него на спине. У меня нет семян. Блять, я считаю до 10, Десять, 9, 8. Фиксай, мы должны спрятаться. 6, да, я знаю, 5, второй раунд начался. 4. Куда бы спрятаться, я не знаю, 3, даже. 2, 1. Все, я иду искать, чуваки. Я иду искать. Так. Сюда нельзя. Так, тихо. Я видел тебя только что. Почему? Так, почему? Как же близко? Почему это мне? О май гад! Нет, как было! Боже мой, Дэм, я сейчас прыгаю. Дэм, ты меня видишь? Так ты прыгаешь, вообще ничего не вижу, пацаны. Да. Здорово, Здорово, пацаны. Фиксай, Дэм, я тебя вижу. Нажми F5. Да? Нажми F5. Так, где? Опа! Нет! Спавнился! Я на слабо брал, чисто на слабо! Чисто на слабо взял! Я не знал, что это ты! Да стой, остановись, бам! Конечно, я вижу... Я всегда первый погибаю! Лёха, Бози, я такой смотрю, вижу, такой NPC стоит странный, да? Думаю, сейчас просто назару... Ааа! И побегу на него, и так спалился! Капец, так. Так, окей. Все. Я перепрятался. Ты перепрятался? Так. Уже? Ага, вижу, фиксай, кажется. Ой, а что? Опять бот бешеный! А что тут в стену смотрите, молодой человек? Чуваки, я вам так скажу, я вас вообще не вижу нигде. О, вот такая-то кнопка есть. Это телепорт. Так. Вы очень наверняка далеко. О, Дэм, я тебя вижу. Привет. За мной бегает. Хорошо, фиксай, давай так. Скажи мне вот что, ты так. На земле или на воздухе? Я в воздухе летаю, я то этот... То есть на крыше получается? Да, я саламандра, да. Он меня сейчас убьет! Да где? Я где в поле дерусь с ним! Я иду получай. В поле, а вот какой из вас настоящий? Беги на меня, чтобы я понял, что ты настоящий! Конечно, уже бегу! Давай! Ооо! Молодца, вырубил его красиво! У меня появилась гениальная идея, куда можно спрятаться! Так, главное, чтобы вас здесь нигде не было. Так. Куда? Хорошо. Так, я тебе сказал, куда надо спрятаться. Так, фиксай, ты мне скажи вот что. Чуваки, это полный отстой. Почему у меня на спине всегда что-то липнет? Мне невозможно спрятаться, потому что у меня сейчас пшено. Пшено на спине. Пшено? Смотри, Дэм, вот смотри. Где ты? Вот он я, видишь мою спину? А, у тебя семечки сейчас. Чуваки, я вам так скажу, вы даже рядом не стоите со мной. Ну хорошо, место вообще офигенное. Подсказку нормально. Давай подсказку, это подсказка, поле, да, смотрите. Нет, это не поле вообще. Море рядом? Море, ну, достаточно рядом. Оно везде здесь рядом, но не, это ну, точно не поле. Точно деревья не поле. Здесь есть, да, деревья здесь но есть. Ну это крыша, это на земле или на крыше, скажи так?
Я на земле, на земле. То есть я был на крыше, но уже на земле, да. А может быть сейчас поднимусь на крышу, кто его знает. Ну, ты сразу же там сообщи об этом. Конечно, конечно. Добрый день, Фиксай. О, нет, 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 зачем ты, нет, 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 нет. Он прикалывается, мне кажется, прикалывается. Ладно. Оу, а это кто? А, стоп. Здорово. Чё такое? Это кто такой? Ты про кого, ты про кого? Чё у тебя происходит? Блин, мне страшно его ударить. А, нет, это бот, блин. Дэм, дэм, а теперь я тебе так скажу. Вы проходили мимо меня несколько раз. Вот прям вблизи меня были. Ты прям мне в душу смотрел. Вот здесь, Андрей, или я рядом со мной? Я не знаю, даже не знаю. Фиксай, подпрыгни. Подпрыгни. Подпрыгнуть? Да, да. Все, я прыгнул. Не, еще раз, можешь? Еще раз, я прыгаю очень много раз. Он где-то спрятался, я тебе говорю, где-то спрятался. Да. Вот, еще раз прыгнул еще раз. Ай-яй-яй, у меня полсердечка, убейте меня кто-нибудь. Так, надо ударьком один PC-шник, он тебя убьет. Kill me, please. О, попрыгай, Фиксай! Все, я прыгаю. Да нет, я много раз прыгаю. Да блин, я еще ни одну жизнь не потратил, по идее, но я не знаю, просто я на всех смотрю, и все болванчики. Кость, помнишь ту толпу? Я был там, я был я в той знаю, толпе. Я знаю, что ты был в той толпе. Ты когда сказал, что гениальное место, чтобы спрятаться, я сразу понял, что ты, скорее всего, в той толпе. Ну, убить там всех подряд, это, конечно... Конечно! Опачки! Боси еще раз проиграл. Так. Какие? Это очень плохо. А, стоп! Это ты только что прыгнул? Я не прыгал только что. Не-не-не-не-не, не обманывай меня! А, это Боси, ты что ли? Ты меня вырубил! Так я не знал, ты или не ты, ты ж Фиксай! Круто! Так, хорошо. Блин, ну мы можем его искать целый час. Фиксай, ну давай подпрыгни. Ну я подпрыгнул. А, подпрыгнул? Все, я его вижу! Нет! Да, попался! Без единой ошибки, между прочим. Ну смотри, я хотел сейчас прыгнуть вот и влиться в эту толпу, чтобы а чтобы я его уже убил. Я его уже убил, да. Чтобы меня не потеряли. Не, ну Фиксай, ну ты спалился, знаешь, когда я сказал, я знаю отличное место, чтобы спрятаться. А когда я видел эту толпу, в самом начале я подумал, это отличное место, чтобы спрятаться. И ты прямо мою фразу из головы говоришь. Отгадайте, кто сейчас будет... Искать. Давай да, ты. Да. О, да, сейчас Пози будет искать. Дэм, видишь меня, Дэм? Погнали туда. Раз, два, три, четыре, он нас никогда не найдет. Пять. Выхожу я погулять. Раунд три. Бам. И бомб такой. Так, чуваки, разумеется, я буду рукой всех убивать. Да, я думаю, самое время. Спасибо, что оставили меня без оружия. Ребят, я понял вашу тактику. Сейчас он тебе выдаст, да. Все равно, что кирпичом, окей. Опа. Так. Оу, а что это там за толпа такая? Блин, кажется, он спалил нашу тактику, бро. Ты уверен? Нет, я не уверен. Так, окей, ребят, скажите мне, вы меня видите? Я тебя не вижу вообще никак. Ты видишь вообще? Фиксай, ты меня видишь? А я тебя, если честно... А, он там вдалеке вижу, очень-очень далеко ты от меня. А я не вижу его, погоди, как ты увидишь. Да блин! Блин, нет, я убил его. Черт, я убил бота. Не повезло, не фартануло. Нифига себе. Фиксай, это что за тактика такая, галактика? Мы должны придерживаться трех поражений. Я придумал офигенную тактику, короче. Нужно играть на F5, чтобы самому смотреть, как что ты выглядишь как бот. Конечно, так оно и надо. Да. И прям, знаешь, по чуть-чуть двигаться, вот прям по чуть-чуть. Не, некоторые боты нормально двигаются, много. Дэм, обернись, ты видишь у меня семена? У тебя семена? Видишь семена? Да, у тебя есть семена. Блин, а как их выкинуть? Я просто из первых слотов из хот-бара убери вещи в инвентарь, тогда их не будет видно. А, точно, гениально. Я только что видел, Позе убежал к нам, лучше уходи оттуда. Да? Все, я убегаю. Реально? Я к вам бежал. Все. Да. Фух, слава богу, не туда пошел. Куда пошел? Он пошел, смотри, он сейчас бежит в сторону города опять. Я же бегаю со стороны поля, чуваки. Я как одуванчик, просто бегаю. Зря он так делает. Да? Оу. Да, это просто ужасно. Стоп, ладно. Это кто? Это ты? Нет. Да, это я. Позже я прыгаю, специально ради тебя прыгаю. А, он реально прыгает, он реально прыгает. Да, я прыгаю. Очень много прыгаю. Вы понимаете, здесь миллиард Фиксаев. Как мне понять, кто прыгает? Прыгни, ну-ка. Дэм, это сейчас было супер опасно. Вот прям супер опасно. Да я вообще экстремал, я тебе говорю просто. Зачем ты спалил меня, Фиксай? Зачем? А как? А как, ты понял? У тебя на спине был топор алмазный. А, да? Черт! Топор спалил. Так, Костя, сейчас тебе покажу, где Фиксай, я знаю, где. Нет! Он в поле. А, погоди, у меня ники включены, я ухожу. У меня ники включены, я выключаю ники.
Он спа. Так, все, я пидел. Ты бежал. Так, я считаю, до 10 у себя в голове. Все, все, я убежал. Это я, значит. А, опять ты! Да мол! Ты опять Костю убил. Так я буду прям бежать и прыгать, чтобы ты меня не убивал. Слышь, я тут бежит и прыгает, это я, понял? Да слушай, может быть это обманный маневр, может быть сейчас фиксай то же самое делает. Фиксай был где-то вот здесь, смотри, вот это здесь был фиксай. А вы что думаете, что я не убежал? Он прямо тут стоял, прямо здесь. О, слушайте, это было очень близко. Давайте так, смотрите, я нахожусь не на поле, я нахожусь на земле. На земле? Так. А мне бы топор... Слушай, я нашел тактику, чувак! Оу, это кто? И какую же тактику ты нашел? Знаешь что, когда подходишь к батону, он на тебя поворачивается. Да? Да! Вы это же гениально! Правда, там больше можно спамить! Вы же разговаривать с ними можете! Да, кстати, я это заметил! Я это заметил, но когда я это... Слушай, когда я искал... Это гениально! Слушай, но когда я искал, я так не делал. Но если так можно, то я буду так делать. Давайте так, я вам даю подсказку небольшую. Я нахожусь там, где все красиво. Где все красиво? Ну, океан, 100%. Нет, где просто все красочно. Вот прям много всяких различных красок. Вот где это может быть? Где много всяких красок? Да, но тут единственное место такое есть всего лишь. Все, нашел. Здесь ничего нету. Нашел? Да блин! Где это место? Где это место? Как ты понял, что это именно я? Потому что я рядом с этой клумбой стоял. Блин! Много красок. А, я понял, на клумбе на этой сидел. Ты фига тут ассасин спрятался. Давайте еще одну игру, фиксай. Давай, финальный раунд. Ты теперь нас ищешь. Погнали, финальный раунд! Опачки! Привет! А как ты туда забрался? О, да как я нашел! Какого фига? Ты чуть читер! Да Ники выключил вообще! Да, да, выключил! Я случайно оборачиваюсь, смотрю, тут кто-то по дереву бегает! Блин, а как ты забрался туда? Беги! О, молодца! Оп, это ты! Нет! Минус одна жизнь! Молодца, Дэм, я тебя вижу! Ты видишь меня? Да, повернись на меня. Я знаю, как ты забрался, я знаю. Я уже рядом, Дэм. Привет! Это не ты! Привет! Только что увидел меня и назад пошел, 100% это ты был. Только как бы до тебя добраться? Что, паркурить здесь что ли надо? Не, ну, слушайте, ребят, я нашел просто идеальное место. Я думаю, что здесь меня точно никто не найдет, а если найдет, то с большой-большой сложностью. Ух, капец, я вообще в шоке. Как ты меня так быстро обнаружил на этом сраном дереве? Тебя уже убили, Дэм? Нет, я выжил, я живу. А как? Куда ты убежал? Я к морю уже убежал, я спрыгнул нафиг оттуда и убежал просто сразу же. Так, хорошо, давайте так, вы находитесь на земле или на крыше? Я на земле. Я нахожусь на земле. Вот прям в прямом смысле этого слова, на земле. А, прям на земле, я понял. Прям на земле. Я вот прям стою, прям сейчас вот на земле. Такой зеленой земле. А вы меня видите? Я нахожусь рядом с четырьмя фиксаями. Опа. Я нахожусь рядом с 10 фиксаями. Да ё-моё, да что ж такое? Не, ну слушай, Дэм, всё, это победа, чувак. Вот когда я сюда встал, я понял, что это победа. Привет. Это вы, да? Где, а где ты вообще? Бегу! Да ладно. Да, конечно. Александр, ты вообще где? Я потерял. Вы меня не видите, да, вообще? То есть вы находитесь на ферме? Я его вижу. А я его не вижу. Так, стоп. Тут он открылся. Пытается понять, что происходит вообще. Да, пытается. Где? А где вы? Я вас потерял! Вон, я тебя знаю, где ты! Я вижу тебя, я знаю, где ты! Я правильно бегу, да? Нет! Беги, Дэм, беги! я, кажется, вижу фиксай. Ты на крышу залез фиксай, да? Да, я на крышу забрался. Блин, а где вы находитесь? Ладно, попрыгайте, прыгните один раз. Я подпрыгнул. Я прыгнул один раз. Я прыгнул уже раз 10. И ты, если бы был чуть более внимательным, заметил бы этот прыжок. Как смы... Стоп. Нет, это тоже не ты. Опа, вижу. Да, знаю. А, нет, да, нет, не знаю. Да, молодца, друг, молодца. Фиксай, ты что, в центр карты обратно вернулся? Да, в центр карты. То есть вы находитесь на ферме, да? Или это поезд рядом с тобой бегает? Формально да, но нет. Я бы не назвал это фермой, дружище. Может быть, это ты? Нет, это не ты. И тут ты тоже не бегаешь. Может, ты опять в двери запрятался? Нет, посмотри. О, вот это нычка! Позже, чувак, что ты не думал, в том же самом месте? Дайте мне подсказку, вы не в поле. Вообще не поле. Я скажу так, я не в поле, но я рядом с полем. Вот смотри, загадай одно число от 1 до 3.
Загадал. Вот ты пробежал возле меня пару секунд назад. А почему мне загадать вообще? Я не знаю, мне нужно было как-то потянуть время, чтобы ты не допёр. Блин! Пози хороший ход, он перестал... Пози, когда ты сказал, он перестал бежать в мою сторону, поэтому красава. Смотри, Фиксай, я прям смотрю на тебя, прям смотрю тебе в душу, но сейчас тебя не вижу. А-а-а, я понял, я все понял, я знаю, где вы. Ну и где сейчас, мы? Сейчас, я себе хлеб, а он хлеб дам выдал. Покушать, да. А-а-а, нет, какой хлеб, ты что, офигел, он у меня на спине только что был. Вот это нормально, привет, здравствуй, как дела? Это не ты, да ладно, в смысле? У меня минус одна жизнь. А у меня минус две жизни уже, кстати. Да что ж такое? Ну это, видишь, мы уже приловчились. Это очень тяжело. Где вы находитесь? Я уже даже потерял тебя, если тебе интересно. Ага, то есть вы меняете локации? Ну, конечно, но самое главное в этой игре двигаться. Ну, формально да. Типа, в теории да, я меняю локации. Кое где вы находитесь? И это тоже не ты, я очень не Фиксай, кажется, я вижу Позитивона и вижу Фиксай, тебя. Фиксай! А, нет, он тебя обманывает, далеко. Чувак, он был прямо возле меня. О, он как близко, он как близко! Да в смысле, как близко, да ладно, хватит, усыпайтесь. Уходишь от Пози, уходишь от него. Выбайтесь. А ты возвращаешься от него. Он возвращается? Да, это слишком, это слишком было палевно, знаешь почему? Потому что ты единственный стоял вот здесь вот в уголку, а боты здесь не стояли бы. Это просто логически можно подумать. Пози, выключайники. Так, ну, ребят, ну что, остался hard level, ну давайте так, я вам дам минуту, если вы меня не найдете, то я буду вам говорить горячо-холодно, прям пока вы меня не найдете, давайте. Давай прямо сейчас. Прямо сейчас уже говорить? Хорошо, холодно. Это ты? Не-не, это друг с другом. Холодно, ой, очень арктика, ай, как холодно. О, подожди, это ты? Топорик. А, да, так это ты, господи, так я бегаю за тобой, не пойму, где ты. Ой, ну что-то холодновато. А я тебе убегаю, потому что ты за мной бежишь. Ой, ну что-то, хотя очень теплее, кажется, становится. Теплее. Горячо? Горячо, ой, жара, жаришка. Нет! Ты проиграл, а я был за дверью. Этот бот очень дик, а зачем он туда устал? Это вообще было что-то здесь. Ты остался открыть дверь и убить меня, понимаешь, что ты убил бота? Этот раунд проигран. Слушайте, это было очень классно. Я теперь ботов буду агрить на себя. На Все, ярость, вошел в ярость. Это было так близко, это было очень круто. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравилось это безумное видео. Если так, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Если вы захотите продолжение такой рубрики, то обязательно пишите в комментариях, мы обязательно снимем еще такие крутые видосы. Да! Ебой. А для вас старался Фиксай, старался Пози, старался Демастер. Всем за просмотр, всем удачи, скорой встречи, пока, увидимся в следующем ролике. Всем пока.